Всем привет! Это очередной обзор. В этом обзоре должны быть наушники, по идее, приехать. Ага, да. Вот так. Значит, по поводу этого товара, почему заказал. Цена вроде небольшая, около $12, что-то такое. И очень популярные. Но еще есть небольшая загвоздка. Вот Мир 6. Я так понимаю, копия, подделка фирмы Xiaomi. Вот за такие деньги оригинал точно не может быть. И значит, по поводу, почему заказал, интересно стало, 24 где-то тысячи заказов, там очень хорошие отзывы, но почитав их больше и глубже, ознакомившись, я понял, что где-то что-то может быть подвох, потому что много людей пишет, что отзывы как бы покупатель сам себе накрутил. Ну, в общем, давайте ближе к делу, сами их проверим, рассмотрим и разберемся с ними. Вот те новости. Да, первое впечатление, что упаковано было все ужасно. И второй мой небольшой шок. То, что а где зарядный бокс-то? Где кейс под них, который должен здесь лежать? Честно, у меня впервые такое. Блин, я не знаю. Надо пробовать открывать спор. Чем это закончится, я не знаю, снимать видео, продолжение, не снимать, но это, ну, честно, я не знаю, у меня нет слов, нет слов. Есть просто два уха. Хоть заряжены. Да, заряжены. Наверное, можно сказать, что на этом обзор закончился, да? Это совсем начинается какая-то другая история, наверное, о том, чем это все может закончиться. Значит, ссылку на продавца я оставлю и сразу же не советую вообще там что-то заказывать. У меня впервые такое, как можно кейс не положить. Причем, что коробка, край ее, немного надорван. Кто-то сюда залазил, значит, и проверял. На почте такого не могло произойти, потому что все запечатано, все нормально. Пишите ваши комментарии, кто-то сталкивался с таким. У кого-то было такое, что приезжает, ну не знаю, половина товара. Да, $12, ну извините, по 10 там продают, но никогда не приезжает, блин, распаковано это все. Напишите, и как быть в этой ситуации, ну я в данной ситуации не отметил, что я получил товар. Я сейчас буду пробовать открывать спор, и кому интересно будет, пишите комментарии, я вам напишу, чем это закончилось, добился ли я чего-нибудь. Ну, вот такой вот обзор, и так бывает. До следующих обзоров, ребята, не покупайте такую гадость. Все-таки хотелось бы в конце сказать пару слов о их качестве, наверное. Заряд кое-какой у них есть, мне удалось их прослушать. Значит, первое, большой минус, в ушах очень неудобно сидят. Очень крупными сделаны эти ушки. Вставляешь, неудобно, они не влазят. Просто если их сильно впихнуть в уши, да, звучание кое-какое средняковое есть. Есть какой-то низ, слушать можно. Было бы неплохо, если бы это было удобно. Если бы не был еще таким продавец похабным, конечно. Но вот это, пожалуй, весь обзор. И вообще меня бомбит по поводу того, что это приехало вот так вот распаковано, без главного, можно сказать. Либо одни уши, либо один бок. Ну, что с ними делать, а? Вот такой вот какой-то обзор получился, не очень хороший, как и продавец, наверное. Всем спасибо за просмотр.